Уважаемые друзья, у нас не будет больше в ближайшие несколько лет шанса, чтобы миллионы людей беспрепятственно шли куда-либо, в данном случае на избирательные участки. Вы прекрасно знаете, что полиция заранее задерживает активистов, старается не допустить на места проведения митингов. Но здесь, 10 января, у нас уникальная возможность. У нас уникальная возможность, когда миллионы избирателей идут на избирательные участки, и власть ничего не сможет сделать против. Да, в эти дни власть, конечно, отдельных активистов будет стараться блокировать у себя дома. Ну сколько они заблокируют? Ну 500 человек, ну 1000 может быть. А на избирательные участки идут миллионы. Поэтому мы все должны осознать, у нас уникальный шанс. Уникальный шанс 10 января снести этот воровской режим. Но для этого надо действовать. Мы все это можем получить, потому что 10 января 6 миллионов человек идет на избирательные участки. 10 января мы, собрав протест в один кулак в одной партии, не отвлекаясь ни на какие другие идеи, только в одной партии, собрав голоса, мы можем добиться смены режима. Перечеркивание бюллетеней, они просто выбрасываются как недействительные, и никакого результата не будет. Унос с собой так называемый бюллетень бесполезен. Единственный способ выводить людей именно 10 января, потому что именно 10 января выходят на избирательные участки миллионы. Вы знаете, что Центральная избирательная комиссия приняла постановление вразрез Конституции, которое предполагает ограничение ведения наблюдения, запрет на видеосъемку и так далее. Все это закончится, когда на избирательные участки придут миллион людей, они будут бороться за свои права. Ничего они не смогут сделать, бедные учителя, и говорить: уйди, не снимай. Пару полицейских, которые будут находиться на избирательных участках, тоже ничего не смогут сделать, потому что там будут тысячи, тысячи. Они будут в любом случае, потому что это день, когда проходят выборы. Поэтому нам надо воспользоваться этим уникальным шансом. Не перечеркивать бюллетени, не сидеть дома, говорить: а все уже за нас решили. Нет, участвовать. Участвовать 10 января. Вам достаточно просто потратить 100 тенге. Это 20 листовок. Вам достаточно эти 20 листовок расклеить где-то около дома или распространить в своем подъезде. Вот представляете, 1 миллион человек распространит 20 листовок. 20 миллионов листовок будет по всей стране с призывом голосовать за Ак-Жол. С призывом выйти на митинг 10 января. С призывом 10 января в конце концов освободиться от этого мафиозного режима. Понимаете? Всего лишь 100 тенге. Это небольшие деньги и небольшие действия. И в тот день это позволит мобилизовать огромное количество людей.